Происшествия на Шадар Инфо. На камере просматривается хорошо зона магазина прилегающая. Значит, на ней мы можем увидеть, как идет молодой человек, заинтересовался нашим украшением, взял его просто. Сначала попытался аккуратненько снять, но так как оно хорошо закрепленное, и ему это оказалось не под силу, он взял просто-напросто и вырвал все с корнем. Второй случай был вот буквально в воскресенье, получается, идет группа молодых людей мимо, прогуливается, значит, увидели деревце, понравилось, опять же видеокамера все фиксирует, получается, подергали, закреплено хорошо, увидели видеокамеру, пошли то ли со злости, то ли с чего взяли, вырвали всю гирлянду. Хотелось бы обратиться к людям города Шадринска, кто, значит, узнает в личности злоумышленника или подскажет нам, где проживает, как найти его, будем очень признательны. Мы готовы за информацию, которая поможет, значит, в поиске злодеев, вознаграждение предоставить. Ну, тут уже вознаграждение будет зависеть от данной информации.